Полное описание и точная дата выхода 50-й серии турецкого сериала «Основание Осман». 50-я серия сериала выйдет в эфир 17 мая. В новой серии мы увидим, как после последних событий Осман начинает понимать, что в его окружении находится предатель, и необходимо выяснить, кто именно этот человек. Савджи подозревает, что предателем может быть Дюндар Бей, и если это так, то он хочет лично наказать его за смерть Байхаджи. В этот момент черный шаман Тогай организовал коварную засаду. Малхон Хатун отправилась на поиски Тогая для того, чтобы отомстить за своего отца. Тогай прекрасно знал о том, что Малхон станет искать его, и специально навел ее на свой след. Когда Малхон начала сражаться с Тогаем, то он не стал ее убивать. Он сказал отправиться к Осману и предупредить его, что Тогай уничтожит все племена, которые только решатся приехать на его приглашение. Когда Осман обнаружил Малхон, то она потеряла слишком много крови. Он доставил ее в шатер, и там она обо всем рассказала Осману. Сулейман и Мелик стали сотрудничать с монголами. Тогай решил встретиться с Николаем, и с его помощью он надеется навсегда покончить с Османом. Враги Османа никогда не были настолько сильными. Каждый, кто жаждет его смерти, стал объединять свои силы. Но Осман не допустит того, чтобы единство и сплоченность стойбищ ушли в лапы шакалов и тиранов. Напомним, 50-я серия сериала выйдет в эфир 17 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.